Затонска. 7 месяцев Борис откладывал стипендию. 7 месяцев Борис не пил и не курил. И вот однажды утром сбежал Борис с урока, пришел в комиссионный и куртку там купил. Кожаная, черная, вся в блестящих молниях. Именно такая, о какой мечтал. Вечером пошел Борис к слесарю-соседу, попросил соседа, чтоб куртку проклепал. В кожаных перчатках, черной куртке клепаной, светло-желтый хаер закрывает лоб. И подруга Борина сразу стала ласковей, называет Борю с уважением Боб.
отче, говорил отец Сергею, мы так рано не женились, молодежь была скромнее, уступал места в трамвае, я старушкам незнакомым не валялся на диване, а учился и работал. В воскресенье мы всей сменой в парке отдыха гуляли, музыка была потише, стены в доме не дрожали. «Ваше время было скучно!» — отвечал Сергей лениво. «В наше время все пьют соки, ваши пили водку, пиво! В наше время дискотеки, Джудас Прист и Морден Токи, а в автобусе не встану, у меня устали ноги, а работать и учиться не желаю, я не трактор!» Пусть работает бульдозер, пусть пахает экскаватор. Фантомас! Фантомас! Или унитаз, имел на тебе.
подвал в углу. Найду бью, кричит Петру. Получит глаз Антомас, Антомас, клиника Зэконска. Женщина мыла на кухне посуду, скинув со лба поседевшие волосы. Женщина горько вздыхала и хмурилась, старенький вальс напевая в полголоса. Знала она, что минуты спокойствия кончатся скоро, вернется с урока Саша, сосед из 20-й квартиры, хам, грубиян и любитель хард-рока. Даже поесть не успев, включит Саша шарп, три семерки, подарок родителей. И заревет из японских динамиков страшная музыка, выкрики дикие. И до утра будут звуки свирепые, тяжким кошмаром преследовать женщину. Будет она бормотать, просыпаясь: завтра ж уеду к сестре на Смоленщину. We'll be right back.
ребята слушают тяжелый рок. Учитель пения ребят достал своей игрой на пианине. Он целый год ребятам объяснял, что Моцарт круче Паганини. Предлагаю девушек, тех, что красят волосы, модно одеваются не так, как весь народ. Хочет быть особыми, мол, другие люди мы. Выстроить у колонны и под пулемет. Предлагаю уничтожить все магнитофоны. Дискотеки позакрыть, упразднить кафе и ввести повсюду форму одинаковую, красную рубаху, кепку, галифе. Клиника, спасибо! На гитаре и на барабанах бывшие выпускники московских ПТУ, а я, да что там я,